отражает все пределы нашей судебной системы, все какие-то минусы, недоработки. Ну, что обнажать там? Все это прямо голое. Но, по крайней мере, это не было так явно показано народу. Народ как бы это, может быть, и осознал в какой-то степени, и то не весь. А сейчас это очень рьяно обсуждается, и уже в какой-то степени он занимает такое положение в умах людей, действительно жертвы. И все начинают понимать, что здесь уже столкнулись две противоборствующие, но неравные стороны. Во-первых, потому что Путин действует политическими своими ресурсами, это влияние административными, да, ресурсами. А деньги уже в такой ситуации не решают, когда глава государства. Ну, исходя из того, что насколько сейчас повысили зарплату военным, я думаю, что. Ну, это же к теме не относится. Нет, это как раз